полете Ан-225. На сегодняшний день самый грузоподъемный самолет в мире. Киевские авиастроители назвали его «Мрия» — «Мечта». Возможность перевозить на внешней подвеске крупногабаритные грузы весом до 250 тонн — это действительно мечта. На этих хроникальных видеокадрах мы видим воздушную транспортировку безымянного изделия. Видели его в то время лишь создатели. 11 октября 1988 года в программе «Время» миллионы телезрителей впервые увидели это изделие на стартовом комплексе с надписью на борту «Буран». О проблеме транспортировки крупногабаритных грузов по программе «Буран» мы расскажем чуть позже. Сейчас «Буран» на внешней подвеске воздушного транспортировщика завершает свой полет на полосе посадочного комплекса космодрома Байконур. А эти кадры снимались в мае 1989 года. Готовится транспортировка уже известного всему миру космического корабля «Буран» на авиакосмический салон в Ле-Бурже. И вот Ан-225 «Мрия» приближается к посадочному комплексу космодрома Байконур. Все готово к прилету «Мрии». На эту уникальную полосу совершил блистательную посадку «Буран» после двухвиткового орбитального полета. На эту полосу приземлялся «Конфорт» французского президента. И вот сейчас самый крупный в мире самолет Ан-225 коснется бетонной полосы. 85 метров в длину, размах крыльев более 88 метров и 32 колеса шасси, которые выдерживают 600-тонную нагрузку. Отработка транспортировки «Бурана» на «Мрии» — событие, достойное программы «Время». И поэтому видеогруппа комментатора Центрального телевидения Сергей Слипченко подробно снимает все этапы отработки. Из ангара подобного грузового отсека «Мрии» выкатывается специальная техника. В дальнейшем предполагается в этом отсеке перевозить разборное погрузочное оборудование. А тем временем по трассе, соединяющей монтажно-испытательный корпус с посадочным комплексом, на автомобильном прицепе движется «Буран». Легко и быстро научились перевозить его на короткие расстояния. Но проблема доставки негабаритных грузов весом в несколько десятков тонн из Москвы на Байконур была в свое время почти неразрешима. Рассматривались самые различные варианты. В конце концов, остановились на варианте воздушной транспортировки. Был выбран дальний бомбардировщик М-3, который существенно переделали, и под новым названием 3МТ он более 30 раз доставлял крупногабаритные грузы на Байконур. К сожалению, у 3МТ полезная нагрузка не более 50 тонн, а «Мрия» с ее возможностями нести полезную нагрузку в 250 тонн и есть мечта для «Бурана». И вот «Буран» встречается с «Мрией». Казалось бы, предстоит простая операция. Нужно перегрузить «Буран» с автомобильной тележки на «Мрию». Для этого автомобильный прицеп подкатывают под кран, опускают подвижную ферму, закрепляют 4 захвата, фиксируют и поднимают «Буран», убирают автомобильную тележку, а вместо нее подкатывают «Мрию». Простые операции. Но на каждом исполнителе как бы физически лежит груз ответственности
который заставляет еще и еще раз выверять каждый шаг, каждое движение. Несмотря на то, что подвижная ферма крана перемещается в продольном и поперечном направлении, Мрию старается подвести как можно точнее, до сантиметра выверяя положение стыковочных узлов. Стыковку осуществляют специалисты НПО «Молния», экспериментального завода имени Месищева и, конечно, работники ОКБ имени Антонова. Еще и еще раз проверяются стыковочные узлы Мрии. И вот Мрия готова принять свою первую полезную нагрузку. Буран закреплен на внешней подвеске Мрии. Надежность крепления, возникающие динамические нагрузки будут регистрироваться в полете специальной аппаратурой Мрии. Редкое соседство. Древняя пустыня и в нескольких метрах два уникальных летательных аппарата – гордость нашей науки и техники. Мощнейший тягач с трудом сдвигает потяжелевшую на 90 тонн Мрию. Совершенные аэродинамические формы этого тандема завораживают. Забываешь об их истинных размерах и весе. И только нещадно дымящий тягач и люди, свободно проходящие под фюзеляжем Мрии, возвращают нас к реальности. Приближается первая часть летного эксперимента – проведение серии рулежек и пробежек, где успех во многом определяется мастерством экипажа. Последняя пробежка проводилась с поднятием передней стойки шасси. Метод-совет заслушивает командира корабля Александра Галуненко, специалистов, принимавших участие в пробежках и рулежках, и должен будет принять решение о проведении первого полета. Скольжение в пределах скольжение. Подписывается полетный лист. Принято решение о выполнении первого полета. Шесть двенадцать, выполняйте.
С какой легкостью касается бетонной полосы эта удивительно совершенная аэродинамическая система весом в несколько сотен тонн. Командир Марии Александр Галуненко доволен первым полетом. И тут же на поле, в автобусе, рядом с машиной проходит первый разбор полета. 20 тонн, 405 тонн. Особенности на взлете. И подъем передних опор, так же, как и на второй скоростной пробежке. Неловко было нарушать гармонию красивого полета, но сейчас можно пояснить. Мы видели в полете поперечные и продольные колебания МРИ. Эти маневры выполнялись специально для проверки надежности крепления Бурана. И сейчас специалисты проверяют состояние стыковочных узлов. Проверяется также состояние теплоизоляционного покрытия, так как полет проходил в сложных метеоусловиях, непривычных для пустыни. И сейчас мы видим следы взаимодействия атмосферы с теплоизоляционным покрытием Бурана. На теплоизоляционном покрытии вертикального оперения заметна эрозия. Результаты визуального осмотра подкрепляются беспристрастными документами объективного контроля. А сухие графики тут же переводятся на язык оживленной жестикуляции, доходчиво объясняющей аэродинамику новоявленного биплана. Я вам говорю, сверху экран, и пошло гулять на берег, и пошло набираться. Летная программа успешно завершена. Вместо 8 запланированных полетов выполнено 6, которые показали полную надежность транспортировки Бурана на Мрии. И сейчас руководители этой программы провожают Мрию с Бураном в Париж. Видим взлет. Это первый взлет после отработки летной программы. МРИ доставит Буран в Париж на авиакосмический салон Ле Бурже. Легкой тебе посадки, МРИЯ.